Ребят, всем привет! Вы на канале Лавай, и сегодня очередной конкурс от нас. Сегодня мы разыграем с вами телефон от компании Yumidigi. Но прежде чем мы его с вами разыграем, я сделаю распаковку, покажу, расскажу о нем. Я уже им попользовался какое-то время, расскажу свои какие-то ощущения, насколько он хорош, насколько плох и так далее. И в конце этого видеоролика я расскажу, что нужно сделать, чтобы выиграть этот телефон. Приступим к распаковке. Сразу же, ребята, хотелось бы отметить красивую черную упаковку. Вот такой телефон. Этот телефон я уже открывал, пользовался в течение месяца примерно, и уже могу про него что-то рассказать. Он красного цвета, в комплекте идет силиконовый чехол, наклеена защитная пленка на задней крышке и на передней крышке. Снимать я ее не стал, защитную пленочку. Снимите уже после того, как выиграете его. Что здесь имеется? Две камеры, светодиод, отпечаток пальца, аккумулятор 5100 мАч, слот под две сим-карты и вариант слот под одну сим-карту и плюс накопитель. Имеет экран соотношение сторон 9 к 18, диагональ 6, если не ошибаюсь. 3D Face ID, причем очень быстро работает. Вот, буквально я на него посмотрел, и он разблокировался. Смотрите, смотрю на экран и разблокируется. Не смотрю на экран, не разблокируется. Посмотрел, разблокировалось. Я считаю, что это круто. За такие деньги, цена его 9000 рублей. Ссылки я оставлю в описании на это устройство. Если хотите, можете, в принципе, зайти и заказать. Также мне понравилось, как работает разблокировка отпечатком пальца. Очень быстро. Нажимаем, бах. Так, закрыли, нажали, бах. Очень быстро. Давайте проверим звук. Звук на максимум. К сожалению, не стерео, играет только здесь динамики. Из минусов этого устройства то, что здесь появляются такие вот черные полоски. Не понимаю почему. Но в играх, кстати, она прогружается. Смотрите, вот сейчас прогрузится. И занимает полностью эту область. Бах. Все, и теперь игра будет в полноэкранном режиме. Но на ютубчике здесь такого нету, к сожалению. Не понимаю почему. Вот. Буквально вот эти вот черные полоски, они остаются. Это из минусов. Но в целом устройство очень шустрое. За свои деньги очень, я бы сказал, хорошее. Из минусов этого устройства это камера, ребята. Мне показалось, она работает немножечко... не быстро, что ли, и мутноватая картинка получается. То есть, допустим, вот смотрим фотографии, качество маленечко такое. Мутновато, в общем. Может быть, в хорошем освещении будут фотки лучше. Это с размытием задника получается. Ну, достаточно неплохо получается. Включаем камеру. Навелись на проводочек или... навелись на какой-нибудь. Ну, в принципе, вот при хорошем освещении неплохо получается. Бах. Устройство достаточно быстро работает. Все, с устройством закончили. Приступаем к комплектации. Здесь информация, скрепка, зарядное устройство. И переходник с Type-C на 3,5. Также идет в комплекте красный провод Type-C, USB. Заряжается достаточно быстро, и устройство хватает достаточно надолго за счет его большого аккумулятора. Все, ребят, на этом, я думаю, закончим. Я думаю, вам понравился мой обзор. Хоть я и не техноблогер, но про это устройство я должен был рассказать. И давайте мы его с вами разыграем между подписчиками. И, ребята, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео, сделать репост в своей социальной сети, в любой Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер и так далее. И под этим видео написать комментарий «Хочу телефон от Лавая» и оставить ссылку на ваш профиль, где вы поделились этим видео. А также, ребята, не забудьте открыть подписки ваши, чтобы мы могли увидеть подписку на
наш канал. И, ребята, 19 апреля в прямом эфире мы разыграем этот телефон между подписчиками. Все, ребята, не пропустите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! But you don't care, you're unaware.